Даже летом дворец детского творчества не дает своим воспитанникам скучать. Уже несколько лет подряд на базе ДТТ работает лагерь «Искорка». В этом году он проходит в формате творческих мастерских. Большое внимание в рамках этого проекта организаторы уделяют профориентации детей. И мы ходим по разным предприятиям и в разные интересные места, где ребята могут что-то увидеть, научиться, увидеть особенности той или иной профессии. Третий год подряд для ребят из «Искорки» открывает свои двери кофейня «Прайм», где ребята осваивают профессию кондитера. Это один из наших надежных социальных партнеров. Ну и так вошло в добрую традицию. Мы приходим, чему-то учимся, делаем что-то новое. Это для ребят интересно и полезно. Каждый год сотрудники кофейни готовят для ребят новые мастер-классы. С помощью кондитеров и поваров «Прайма» воспитанники «Искорки» научились делать различные десерты. В этом году было предложено приготовить пиццу. Как говорят сами ребята, полученные знания они обязательно воплотят в жизнь. Мне сегодня показали и научили, как делать пиццу самому. И я думаю, что дома попробую сделать тоже такую пиццу. Мне понравилось делать пиццу, и я хочу повторить это дома. И мне больше всего понравилось, когда мы посыпали ветчиной и сыром. И раскладывали это равномерно. Вторая смена творческих мастерских «Искорка» продлится до 10 июля. За это время ребята посетят еще несколько мастер-классов на городских предприятиях и познакомятся с рядом других профессий. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.